О кошке Лисе мы рассказывали 3 недели назад. Трехцветная красавица уже осваивает свое новое жилище и счастлива с новыми хозяевами. К сожалению, в городе беспризорных животных меньше не становится. В ветеринарной клинике, где им сделали операцию по стерилизации, новые пациенты. А у волонтеров территории спасения активные поиски хозяев. Кошку Капу нашли в одном из районов новостройки. Ей всего год, людей не сторонится. Отсюда и предположение, что у Капы был дом. Тем не менее, ей пришлось несколько месяцев провести на улице. Но сейчас кошке очень нужны новые хозяева. Она очень любит быть единовластной хозяйкой человеческого сердца. То есть она не очень любит, когда с ней рядом какие-то другие животные, не очень любит, когда с ней рядом другие коты, кошки и так далее. То есть она у нас вот такая вот единоличница. К людям Капа очень ласкова, любит, когда ее гладят, ценит заботу. Словом, несмотря на плохие времена, с нервами у нее все в порядке. Волонтеры уверены, что хлопот с ее содержанием в доме не будет. Капа очень чистоплотная и, как полагается девушке, следит за собой. Ах, оставьте никаких комментариев. Еще одна красавица, Стелла, очень надеется попасть в дом, где будет ее личная миска и уютная постель. Против добрых и заботливых хозяев ничего не имеет, как и Капу, Стеллу нашли на улице. Стелла – это самый спокойный житель из всех, которые у нас здесь есть. Она вообще ни на кого не реагирует плохо, то есть она вот так вот себя ведет. То есть это вообще самая-самая спокойная кошка из всех, которые у нас здесь. Ей около 2 лет, она делает все свои дела тоже на лоток. И, в общем, она просто прекрасная девочка. Если вы решили завести дома четвероногих животных, обращайтесь к волонтерам. И будьте уверены, что приобретете гораздо больше. Капа и Стелла станут ласковыми и самыми преданными друзьями.